снова о работе. Вот программа «Осторожно, модерн», насколько знаю я, в общем, американцами была очень признана, ее хотели занести в Книгу рекордов Гиннесса, номинировали на Эмми. Нет, не программу, не программу, артистов программы, да, как артистов, налобавших самое большое количество образов. Да, и та сумма 30 тысяч, значит, долларов за один выпуск передачи. Да, а предложи, может, лучше вообще просто выучить английский, американский, без акцента, может, махнуть туда и там? Может быть, а что же? Но были может предложения? А? Были такие предложения? Предложений нет, нет, что вот позвонила тетка где-то месяц назад. Добрый день, я есть представитель студии, там Суски-Пуски, и начала что-то, как с вами связаться. Ну, я отчасти обкакался и думаю, как со мной связаться, хотел крикнуть, ты скажи, где ты, я по шпалам пойду сам. Вот, ну, я придумал какие-то номера факсов там директора своего. Пока тишина, пока тишина. Но я верю, что еще фабрика грез приобретет такого великого актера, как я. С Сергеем Ростом вы друзья в жизни или нет? Или просто партнеры по сцене, скажем? Партнеры по сцене больше, чем друзья, скажем так. Но много ездив по стране и общаясь с другими коллективами, дуэтами, трио, мы, в общем, пришли к выводу, что мы достаточно дружны. Другие известные коллективы, дуэты, выходя из самолета, даже не ждут друг друга, не сидят рядом в самолете, не живут чуть ли на одном этаже в отелях. Вот мы, у нас этого нет.